На каком, здравствуйте, основании? Он мне не может объяснить. Можете не представляться, я у вас не просил этого делать. Я к вам обращаюсь, правильно? Вот мое служебное удостоверение, знакомьтесь, пожалуйста. Дальше. В чем трудность предъявить документы? Трудности это у этого инспектора объяснить мне законную остановку. Закон. Вот он меня остановил и 20 минут сейчас мурыжит мне мозг. А законную остановку объяснить мне не может. Вот. То есть вам вовсе никакой причины остановки не сообщили? Мне сообщили, якобы мой автомобиль находится в Эрнтуане. Я ему предъявил техпаспорт. Дальше что? Допустим, я предъявил ему техпаспорт на автомобиль, свидетельство о регистрации. Давайте как-то по ступенечкам все постепенно. Давайте. Причина остановки является законной? Не знаю. Вам сообщили о... Сообщить можно все, что угодно. Придумать можно все, что угодно. Поверхностно. Вам сообщили причину? Мне не надо поверхностно, мне надо законность, чтобы соблюдалось. Законно. Да. Смотрите, поверхностность мне не надо. Вам сказали причину вашу? Сказали. Сказали. Далее, что следует за этим? Далее я соизволил и предоставил свидетельство. Хотя мог его тоже не предоставлять, потому что ваша якобы остановка, которая законная, на самом деле я почему-то больше чем уверен, что она незаконная. Вот доведите мне обратно, что она законная. Опираемся на правила дорожного движения. А зачем мне ваши правила дорожного движения? В данной ситуации вы мне сказали, причина остановки это в угоне. Ваш автомобиль похожего цвета числится в угоне. Все, вот доведите мне, что это правда, что вы это не предоставили. Конечно. Мы стоим здесь уже 20 минут, я вот гражданина прошу ознакомить, он стоит что-то хихикает. Трудность показать документы только... Конечно, только трудность в том, чтобы вы по закону работали, вот в чем трудность. Mm-hmm. И все, завтра это все рассмотрим, посмотрим, покажем людям, опять. Mm-hmm. Потому что это происходит тут каждый день. Вон, вы стоите, у меня камера снимает, вы стояли только что людей, останавливали, ни за что не прошу. Ни за что не прошу. Да. Потому что законность вашего требования, я не вижу законности вашего требования, вы мне его не показываете. Хорошо, сейчас, одну минуту. Давайте. Пускай. Тормозят Таври, якобы которые в розыске. А сзади стоит Жигули 6-й модели, тоже в розыске. Похожая на Таврию машину. Такое уже придумывают. Да ничего не делать, сейчас мы поедем домой. Что вы там, в мобильном телефоне мне ищете? Да. Вообще обалдеть можно. 21 век на дворе. Вообще обалдеть можно. Так а как я удостоверю, что эта информация соответствует действительности? Что вы мне сейчас покажете там какие-то эти? Вы мне на бумаге покажите с подписями, с печатями. Какой 21 век может быть? Вы что, вы протоколы тоже в этом, в телефонном режиме, в Вайбере выписываете? Та моя поведенка, да. Это ваша поведенка вот эта вот, беспредельная, уже задолбала просто. Я вас услышал. То есть, в принципе, вы не хотите, в телефоне ознакомливаться с ориентировкой? Да я готов ознакомиться, показывайте. Что вы забудете? Чему вы наблюдаете? А что у вас черное? А что у вас черное обличие? Я на дурной вопрос, дурной ответ. Отвечаю дурным ответом. Вы працювали довго, не выспались. Можливо таке? Не сплю неделю. Я ж цього не знаю. Наркотики употребляю. Ви вживаєте наркотичні засоби? Дивіться, ваша поведінка, а також ваша... Да мне все равно ваше мнение. Слушайте. Мне ваше мнение не интересно. Вы не доктор. Да какую подставу вам это дает? Никакой подставы. После того, как остановил... За якобы ориентировкой на автомобиль. Да. Вот это так. Да. Хорошо. Давайте. Проеду. Если посчитаю нужным, проеду сам.
сами? Да, без тебя. Без тебя я сам проеду. Ты меня силой туда не повезешь. Я знаю закон. Вы не поедете, я еще раз повторяю. Я поеду. А я повторяю, я поеду туда сам. Без тебя. Вы поедете? Я говорю, я туда поеду сам. Ты слышишь? Я не откажусь никуда ехать. Я поеду туда сам. Какая ведьмова ты? Вообще беспредельщик. Тебя эта херня не пролезет. У меня уже 3 судебных дела по этой теме. По вот этой твоей бледушинной нахуй. И ты попадешь в пизду, я тебе еще раз отвечаю. Да. Так ты беспредельщик вообще конченый. Говорит, отказываюсь куда-то ехать. Я сам поеду. Я говорю, я сам поеду. И все. На жаль. Да. Ага. Расскажешь. Да. Забезпеч своє доставлення автомобіля цілого і невредимого. Шановний, вам зараз пропонується проїхати до медичного закладу. Ви будете їхати до медичного закладу. Прошу вас взяти документи, прийти до оперативного закладу. Сам я поїду на своїй машині до медичного. Да, за що ти мене арестуєш? За що ви мене арестуєте? Оскільки вас виявлені ознаки наркотичного сп'яніння. Выходи, братан, с машины. Выходи с машины. Так, а что мне надо вентилятор? Вы заберете, а сейчас заберем, выходи. Выходи. Ну, отсторонили вы меня от этого. От управления, что дальше? Да никуда я не пойду. Ты что, меня силком потащишь? Шановный, если будет потребно, вы будете затримать. Я говорю, хорошо, затримуйтесь. Подайте, пожалуйста, документы. Я еще раз говорю, затримуйтесь. Подайте, пожалуйста, документы, чтобы посвящать вас. Я свою особу. Шановный. Назвіться, в райотделе дам. Назвіться, я говорю еще раз, затримуйте. Если вы считаете нужным, затримуйте. Я вам, вы слышите, о чем я вам говорю. Если вы считаете нужным, то затримуйте. Вы будете меня затримывать? Если это я еще раз повторяю, вы будете меня на данном этапе нашей беседы затримывать? Я еще раз говорю, предоставлю документы на законном основании. Законные требования. Какие? Да, я вам назвал. Еще раз повторю. Я не попугай вам повторять. Этот гражданин меня остановил и объяснил законные требования свои по остановке данного транспортного средства тем, что оно находится якобы в розыске. Что дальше? Я у вас прошу, то, что вы не в тему со мной разговариваете, вы слышите, о чем я вам говорю? Я вам не о больнице говорю, я вам говорю о том, на каком основании вы меня остановили. То, что вы подошли к тому, что меня в итоге надо куда-то отвезти, я это предвидел. Поэтому я начал с вами такой разговор. Я вам еще раз говорю, если вы меня будете затримывать, затримуйте. Вот свидетель находится, который будет подтверждать потом ваши действия в суде. Вот, затримуйте. Я еще раз говорю, посвидчение свое я предоставлю на законных основаниях. Я вам ничего не должен. Заставляйте бумаги. Говорю еще раз. Вот смотрите, они по беспределу сейчас пытаются ко мне застосовать физическую силу. Да, так вот достал баллончик, хотя я ему не угрожаю. Стою спокойно с ним разговариваю. Достал баллончик. Сидит руки за спину. Достал, а не буду я поворачиваться спиной. Сидит руки за спину. Я спиной. Боля, включи видео. Снимай это. Я говорю, снимай. Снимай, как они сейчас у меня телефон будут забирать. Снимай. Братан, снимай это все. Братан, снимай на видео. Говорю, включи, смотри, он уже бьет меня. Говорю, снимай на видео. На землю! Блять, братан, снимай на видео. Они крутят по беспределу. По беспределу крутят, братан, снимай на видео. Собери документы, братан. Братан, снимай на видео. Вот милиционеры друга крутят ни за что. Собери документы. Снимай на видео.
А не надо, зачем вы пчёте? Беспредельщики! А зачем вы его? Беспредельщики! Братан, запшикали по вонам, дай воды, блядь, дайте, суки! Братан! Что? Отойдите, дай воды, беспредельщики, сука! Да дайте ему воды, блин, в этот, умыться. От воды будет только хуже. Блядь, пиздец. Я вам серьезно говорю, когда баллон применяется... Братан, забери телефон у меня! Они, сука, спиздят, потом телефон! Забери, не бойся, телефон у меня! Клиентой найди в альбоме, забери. Братан! Да дай телефон! Да забери мне телефон! Они, сука, грабят меня! Братан, забери телефон, они грабят меня, суки! Отойдите, я вам ограничиваю доступ согласно 36 статьи. Я говорю, суки, отвалите нахуй! Отойдите, пожалуйста, блядь, вы предельщики! Вот тут стойте! Братан, снимай на видео, сука, я не убираюсь! Блядь, что вы чудите? Блядь! Беспредельщики, сука! Мне давление поднялось, блядь! Я сейчас, сука, сдохну! Братан, телефон, сука! Забирают, блядь, мрази! Блядь, твари, сука! Блядь! Блин, братан! Снимай телефон, забрал! Да у него давление, он, смотри! Я вам ограничиваю. Вот, смотрите, милиционеры побили друга, у него кровь с носа идет. Это милиционеры друга побили. Отойдите, милиционеры побили друга, вот и все. Вот это, блядь, вот будет звездок. Я не сопротивляюсь, он мне руку ломает, блядь! Сука! Блядь! Да я встану спокойно тебе! Вы самостоятельно дойдете до автомобиля? Да! Вы будете оказывать сопротивление? Нет! Не будете? Не буду! Встаем с левой ноги! С левой ноги встаем. Руки, руки, блядь! Встаем с левой, ногу под себя. Встаем с левой ноги. Встаем. Братан! Я сам дойду, вы сами сказали, дайте сам. Да пусть он сам идет. Карман мне положи. Карман мне, я говорю, положи.